Этого продукта никогда не должно быть в вашем рационе. Я знаю, что у многих из вас сейчас будет такой вау-эффект. Да-да, этот продукт – подсолнечное или растительное масло. Меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы с вами разбираемся, как с помощью нутрициологии и питания возвращать себе здоровье и уходить от патологических состояний и диагнозов. Досмотри ролик до конца, и я расскажу, чем заменить подсолнечное масло. Это тот продукт, который доставляет жиры в наш организм. Безусловно, жиры важны для нашего организма, потому что именно из жиров в нашем организме строятся гормоны, именно из жиров состоит наш мозг на 90%. Жиры – это упругость, гладкость и влажность нашей кожи. Жиры – это сурфактант в легких, а следовательно, газовый обмен в организме, который влияет и на кровеносную систему, и на наше давление. Но какого качества жиры делают нас здоровыми? Дело все в том, что соотношение омега-3 и омега-6 в масле – это критично важно для нашего организма. Если у вас есть небольшое воспаление, оно есть практически у всех в той или иной степени, то омега-3 будет сглаживать это воспаление, снимать его. А омега-6, которое тоже содержится в маслах, является провоспалительным компонентом. И часто люди думают, откуда в моем организме воспаление? На самом деле к воспалению у нас приводит все что угодно. Тот же мало подвижный образ жизни, или тот же, например, стресс, или, например, излишнее количество углеводов в рационе питания, все это, конечно же, будет приводить к воспалению. А масло подсолнечное будет это воспаление усиливать. То есть это как бы, знаете, у вас там тлеют уголечки такие, с которыми иммунитет пытается справиться, а вы туда подкидываете дрова или поливаете бензинчиком. Вот это как раз действие омега-6 на наш организм. Так вот, в подсолнечном масле омега-3 и омега-6 в концентрации 1 к 200, иногда больше. Концентрация же омег в нашем организме для того, чтобы у нас был баланс, должна быть 1 к 4. 1 к 1 в идеале вообще, да? Но допускается 1 к 4. Одна часть омега-3 и 4 части омеги-6. Клетки нашего организма строятся из такого липидного комплекса. И вот когда концентрация омег правильная, он работает на омеге-3, то клетка становится пластичной, текучей, она очень хорошо получает питание, очень хорошо выносит мусор, то есть она здоровая. Если в вашем рационе начинает преобладать омега-6, у вас хуже становится иммунитет, у вас становится не такая крепкая слизистая, а следовательно, вы подвержены инфекциям, вирусам, грибковым, например, заболеваниям. Даже ваша сосудистая стенка, она становится уже такой рыхлой и проницаемой. Если вы следите за тем, чтобы омега-3 в вашем рационе была достаточно, то все будет нормально. У вас будет крепкая слизистая, у вас будет хорошая проницаемая мембрана клетки. Вы будете лучше защищены от многих неприятностей, которые могли бы с вами произойти, но не произойдут. Сейчас очень распространена болезнь Альцгеймера. Но нам с вами надо понимать, что болезнь Альцгеймера не возникает с понедельника на вторник. И тогда, когда у человека ее уже диагностировали, вот сегодня ему поставили диагноз, и запускается она лет 10 или 15 назад, как раз когда несостоятельными становятся наши сосуды, а следовательно, та самая мембрана клетки. Внимательно следить за здоровьем своих сосудов – это одна из наших самых важных задач. И подсолнечное масло ни в коем случае в этом не помогает. Когда подсолнечное масло мы покупаем в пластиковых прозрачных бутылках, надо иметь в виду, что масло окисляется, и делает оно это очень быстро. Окисленные масла – это, грубо говоря, свободные радикалы для вашего организма, с которыми должна будет бороться ваша антиоксидантная система, тратить на это колоссальное количество витаминов, и вот таким образом мы можем уходить в дефициты только на том, что в нашем рационе неподходящее масло. И те вещества, из-за которых масло не горит, то есть когда его рафинируют, убирают как раз те вещества, которые обеспечивают горение, они очень нужны нашему организму, потому что, по сути, это и есть самая главная польза масла. И многие люди говорят, только нерафинированное использую. Прекрасно, если вы его употребляете в сыром виде, добавляете в салаты, очень хорошо, но тем не менее, оно не должно преобладать, потому что оно сместит соотношение омеги-3 и омеги-6. Ну и, конечно, сама пластиковая бутылка.
что не есть хорошо, потому что пластик содержит бисфенол А, который очень легко растворяется, когда попадает солнечный свет, бисфенол высвобождается, ну и вот, в общем-то, такой коктейль мы и получаем. Следите за тем, чтобы масло было в стеклянной бутылке, в темном стекле обязательно, и после того, как вы его открыли и туда попал воздух, вы должны употребить его за 2-3 недели максимум. Теперь давайте еще поговорим про семечковые масла. Большинство семечковых масел, они нужны, конечно, в нашем рационе, но в очень ограниченных количествах. Если вы, например, покупаете масло, всегда узнавайте соотношение омега-3 и омега-6 в этом масле. На моих программах мы очень подробно разбираем, какие должны быть масла. Мы даем таблицу соотношения масел и содержания в них омега-3 и омега-6. Если вы хотите разбираться, как улучшить свое состояние здоровья и знать больше о полезном питании, для вас мы оставили в описании к этому видео ссылку на телеграм-бота, где вы можете найти 3 бесплатных видеоурока, с которых вполне можно начать свой путь к здоровью. Чем же заменить подсолнечное масло? Конечно же, это оливковое, например, масло, рыжиковое масло, коноплянное масло. У них хорошее соотношение омега-3, омега-6. И обязательно принимать их в сыром виде. Если мы говорим с вами про то, на чем же жарить, то здесь тоже есть разнообразие. Масло ГХИ, топленое масло, масло авокадо, утиный жир, свиное сало. Также мы можем жарить на кокосовом масле, если, например, это касается десертов. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какое масло вы употребляете, предпочитаете в сыром виде и на каком масле жарите. Я очень хочу, чтобы максимальное количество людей разбирались в том, как им составить свой рацион и как восстановить свое здоровье, даже если у вас уже есть проблемы со здоровьем. Если это видео было полезным для вас, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. А с вами была Марина Жигульская из школы Здоровье и Ресурс.